монтаж летнего душа разложились. Душ будем собирать метр на метр, три высотой. Здесь у нас квадрат под бак, передняя задняя стенка с дверью, комплект поликарбоната, бак. Здесь 50 литров с подогревом, здесь у нас удлинение для трехметрового, дуги, парник, комплект прогонов. Продолжаем монтаж летнего душа с размерами метр на метр и три высотой. Здесь мы собрали каркас, обшили стены и половину парника. Сейчас мы будем вставлять бак и потом накрывать этим листом уже парник. Если сразу обшить, то уже бак не засунуть никак. Проверили, все работает. Будем вставлять бак и обшивать крышу. И дальше уже понесем на основание устанавливать. Здесь у нас дверь будет. Потом лежим в лежачем положении, собираем. Здесь у нас резиновый торцевой уплотнитель, отливчик над дверью, поликарбонат белый идет, сверху напарник прозрачный, 4 мм труба идет. 40 у нас 20, 20 на 20 комбинированные, на 1,5 цинк, плюс под примером порошковая покраска 8-17 коричневого цвета. Монтаж летнего душа с размерами метр на метр, три высотой с парником, бак 250 литров с подогревом. Также здесь у нас душевой набор, леечки, душ, очки с мыльницами. Также трафик собран из бруска 30 на 40. Установили сам летний душ на брус. Брус закрепили якорями. Брус идет в сторону с обработкой антисептика. Трафик съемный. Поликарбонат идет белый. На парнике прозрачный. Также присутствует резиновый торцевой уплотнитель. Вот. Компактный маленький душ. Высокий. Я же говорю, место хорошее.